зовут Паша Потапова. Коротко о самых важных событиях на грядущую неделю. Несравненная Светлана Лобода 4 декабря выступит в Дворце спорта юбилейной с программой «Суперстар». Почувствуй себя суперзвездой в 19:00. Филипп Киркоров 5 декабря представит поклонникам новое шоу в концертном зале Event Hall City Park Град. Очередное грандиозное шоу короля поп-музыки, уникальная сцена-трансформер, фантастические лифты, сотни костюмов, 80 человек персонала и участников нового шоу, экраны с 3D-графикой. Ничего подобного раньше не делал никто из российских исполнителей. Начало выступления в 19:00. Группировка «Ленинград» и Сергей Шнуров выступят 7 декабря в Дворце спорта «Юбилейный». Выступление коллектива пройдет в 2 дня, 7 и 8 декабря. После 20-летней череды отвязных концертов, злободневных хитов, алкогольного рок-н-ролла и искрометного юмора группа даст финальный концерт, начало в 19:00. Шоу «Импровизация» в Event Hall City Park Град пройдет 8 декабря. Главная изюминка программы – полное отсутствие сценария. Все, что увидят местные жители – чистейшая импровизация, которая создается здесь и сейчас. Это будет неожиданностью не только для зрителей, но и для самих актеров. Начало выступления в 18:00. Хочешь знать еще больше о событиях нашего города? Заходи на сайт «Блокнот Воронеж».